Власти Израиля отменили запущенную более года назад программу экстренной репатриации для россиян и белорусов. По официальной версии, причиной стало уменьшение числа заявителей. Однако прибывшие в еврейское государство до 15 апреля по-прежнему смогут репатриироваться по упрощенной процедуре до 15 июня. Приехавшим позже придется проходить долгий процесс. Сначала нужно обратиться в МВД, затем пройти проверку в нативе и после этого вновь вернуться в МВД для заключительного этапа. Отмечается, что для граждан Украины процедура экстренной репатриации пока остается без изменений. 98-летняя еврейка Рут Тарла, прилетевшая из Австралии, стала второй старейшей репатрианткой в Израиле за почти 75-летнюю историю. Она родилась в 1925 году в Великобритании. Официально получила гражданство Израиля всего лишь за несколько дней до 75-летия независимости еврейского государства. Во время его основания женщине было 23 года. Она последовала за двумя из трех своих детей, две ее дочери – израильтянки. У Тарлы есть 11 правнуков, которые живут в Австралии и Израиле. Репатрианка выросла в Ирландии и была активной участницей в организации еврейской жизни в этой небольшой общине. На Международном книжном форуме в Пскове представили произведение о Холокосте, в котором рассказаны интересные и редкие факты об истории Советского Союза с 1939 по 1945 год. Автором книги стал художник-иллюстратор Ури Шулевиц, которому было 4 года, когда Польшу оккупировали. Его семье пришлось бежать из страны и 8 лет скитаться. Именно это время Шулевиц описал в своей книге «Шанс. Бегство от Холокоста». В Международном форуме, посвященном героям военной истории России, в событиях которой участвовали жители Псковской области, приняли участие 25 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Иваново и Пскова.